Леди и джентльмены, срочные новости. Буквально 15 минут назад Tesla сообщила, что инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоин. Это абсолютный крышеснос. Этот факт только что раскрыла комиссия по ценным бумагам. Вот здесь говорится, что в январе 2021 года мы обновили нашу инвестиционную политику, чтобы обеспечить большую гибкость и в дальнейшем диверсифицировать и максимизировать доход с наших инвестиций. И в общем и целом они инвестировали в районе 1,5 миллиардов долларов в биткоин в соответствии с этой политикой и могут ходлить цифровые активы время от времени или даже в долгосроке. Я думаю, ребята, это значит, что биткоин просто улетит сейчас на Луну, как минимум на 60к, в краткосроке, ребята. Поскольку мы уже сейчас переписываем all-time high, так что мы летим уже на 60к или, может быть, даже на 100к очень-очень скоро, гораздо быстрее, чем многие думают. Это также значит, что эфир тоже, скорее всего, улетит сейчас на 2000, на 3000, на 5000, ребята. Когда мы видим новости такие, что богатейший человек в мире инвестирует в биткоин, тут больше ничего не сделаешь, кроме как нажать на зеленую кнопку «Buy» и зайти all-in. Жестко-жестко запрыгивать в лонг. И эфир тоже, ребят, не знаю, что за чертовщина происходит, но что за хрень происходит, ребята? Чуваки, что за хрень происходит? Это просто 6 месяцев назад это было бы просто абсолютное безумие. Но сейчас, вот оно, здесь и сейчас. Илон Маск покупает биткоин. Мы с вами здесь уже годы. И, слушайте, реально, самый богатейший человек в мире покупает биткоины на 1,5 миллиарда, и это только начало. Помните, пожалуйста, что произошло, когда Майкл Сейлор начал скупать биткоины? Это было вот здесь, где тоже никто не верил в рост. И сейчас мы уже больше, чем удвоились. Мы уже больше, чем в 2 раза выросли. Так что, ребята, я думаю, что мы летим на 100к. В какие фантастические сумасшедшие времена мы живем, ребята. Так что все. Это очень короткое экстренное видео. Спасибо за него каналу Ivan on Tech. Подпишитесь на него, если понимаете английский. Ссылка в описании. Ivan очень крутой чел. С вами был FlaLaLag. Enjoy. Это канал Crypto Commons. Подписывайтесь на нас тоже. И напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Ребята, увидимся скоро. Всем профит ролей. Пока. Goodbye, guys. Goodbye.